Вот, собственно, все. Приехал белорусик. Малыш белорус. Вот. Ну, мне сказал доставщик, что они в Пскове с палета его сгрузили, чтобы погрузить Ford Transit. Вот. И, соответственно, сюда уже так довезли. Ford Transit был низкий. Я вот то, что сделал, специально эти скаты поставили, скатили вообще без проблем, там минуту, наверное, где-то выгружали. Вот. Это вот, кстати, колесики сразу новые. Маслом он заправлен, двигатель. Уже вот в комплекте здесь много чего идет. Ключи. Счетчик мотоциклов. Вот, запакован был нормально, повреждений я никаких не увидел. Вот, ну это я уже сам от себя купил резину дополнительно. А так вот как все выглядит. Все, в принципе, нормально. Сейчас буду, наверное, пробный запуск проводить. Покраска другая, не как раньше. Но вот здесь вот такое чувство, что его покрасили и сразу чем-то затянули пленкой, что ли, какой-то, ну, поэтому следы какие-то есть, такие неравномерности, похоже, как даже на кисточку, наверное, покраски. Вот, так что вот так, рестайлинг, ручки вот эти желтенькие, здесь написано, что сделано в Беларуси 3 месяца 2024 года. Масса, соответственно, сцепка. Не знаю, вроде как, по идее, обычно пишут на сцепке производство Сморгонь. Там паспорт должен быть, но непонятно, паспорта здесь не видно, есть или нет, что там как. Заводка еще заведу, посмотрим, как будет. Нет, шильдика нет. Ну, может быть, кстати, и был шильдик здесь. Непонятно. Посмотрим дальше, что-то как будет.